Первое видео из Puttaparthi. Здесь я живу, мой подъезд. Masala. How much this? Yes. 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 Camera, camera. Camera. Camera, YouTube. Camera, YouTube. Indian food, best Indian food. Yes, good. YouTube. Talking? Yes, talking, no? Ginger, cardamom. Ginger. Выпил масалу, немного проснулся. Ищем супер сей базар.
глаза, конечно, разбегаются. Смотрим, вот такие вот цены. Чай 10 рупий, кофе 15, идли 20, масала доса 40, вчера ел за 140. Плейн доса, не знаю, что это, пури тоже не знаю. Топам 50, чапати 2 штучки 40, порота 40. Укма 20. Ну, магазин TikTok Fashion. Мужчина рисует ранголи. Да,
В районе 7 утра. Путапарти не самый оживленный город. Но, как видим, движение все-таки есть. Так, меня тут проклинают, потому что я не даю денег. Это самое пафосное место Путапарти. Сай Тауэрс. Вчера здесь пообедал. На самом деле недорого. И очень вкусно. Ну, по-европейски недорого. Вышел специально пораньше, чтобы снимать без большого количества людей. Сегодня сменил обувь на псевдопропсы и чувствую себя гораздо лучше. Даже в самых удобных легких кроссовках здесь неудобно, даже в кедах. Только что тут типа шлеп. Видите, в Индии убирают мусор. А вот это очень атмосферное место с вибрациями.
Прямо во дворе. Temple. Это вот точно знаю, это Ганешка. А позади апартменты. Такие вот вибрации. Индийцы очень религиозны. Творение. А это я не знаю кто. Там, наверное, Нанду. А это, наверное, Кришна. Да, Сри Сай Кришна. Я не буду заходить. Еще здесь глянем, это, наверное, вход еще куда-нибудь. Да, это, наверное, вход к апартаментам. Так, что она делает? Я так и не понял. Вот сюда заходить надо, разуваться на эту платформу. Ну вот тоже апартаменты. Здесь говорят вкусные мамошки, которые я до сих пор еще не попробовал. Сайрам. Здесь код на все случаи жизни говорит сайрам. При любой непонятной ситуации говори сайрам.
Сегодня чуть-чуть проспал. Надо было выйти в 6 утра. Я вышел только в 7 с лишним. Сайрам. Так, прогуляемся по переулочкам. Ну, видно. Вот так вот. Вы слышали, что меня тут пародируют? Ну, говорит. Нет, они, конечно, все время что-то просят, но если им отказываешь, они не обижаются. Кроме уже совсем таких отвязанных. Еще не был в ашраме, только на секунду зашел, пока не изучал еще ашрам. Аутентичная улочка, очень красиво. Не знаю, куда там идут лесенки еще. Центр аюрведы «Ласточка». Вот тут ждут рашенцев. Вот еще одна прекрасная улочка. Все тут есть. Как раз таки «Ласточка». Май гад. Ух, как красиво тут вообще. Ну, посмотрите на эту лестницу. Наш центр, понятно.
так, видите, как почтительно здороваются. Тибетский панджаби ресторан. Ага. Норт Индиан Талис, Мексика. Вот здесь я вчера спрашивал маму, но у них нет маму. Так что пока я еще не катался на рикше, не ел маму, не ел пани-пури. Еще не все экспириенсы я прошел. Салам. Такие есть апартменты. Очень интересно. Индийские женщины очень красиво носят сари. Ох, я вышел на набережную. Вот это да. Вот так. Изучаем Путапарти. Вот здесь какая-то будет что-то тут готовит. Сайрам. Ну, очень по-крупному готовится. Ну, смотрите, какие котлы. Видимо, будет какой-то праздник или свадьба. Река Читравати. Сейчас мы выйдем на набережную. О май гад, вон эти самые запряженные, не знаю, кто они тут. Буйволы, что ли? Слушай, тут даже собачка просит донаты. Очень настойчивая. Я боюсь, что она теперь моя будет. Вот смотрите, аутентичная Индия. Какие красивые буйволы. Вау.
Сайрам. Вот тут Сейбаба. О боже. На той стороне огромный постер. Бигборд Сейбабы. Что-то написано Welcome. Adobe of Peace. Ага. Вон огромная гора. Не знаю, как называется. Да, здесь тоже есть вибрации мощные. Ну и мусор, мусор. Куда же без него? Если бы вы знали, из какого говна растут цветы. Очень, очень. Мусор, цветы. И горящая свечка. Это Индия, детка. Ну, Сейбаба не только на той стороне, но еще и по центру реки. Слушайте, ну там кто-то делает, как что там, рыбачит, что ли он в центре реки, я не знаю, видно или нет. Каким-то странной сетью, что ли. Так, ну все, решено. Каждое утро я здесь. В 6 утра я здесь. Это бычок Нанду. Мне тоже предложили. Наверное, нельзя было отказываться. Пока не знаю, как себя вести. Вот, white people. Набережная.
вот вы сдаете белье в Ocean Lady, она вот здесь вот стирает. Так что придется стираться самому. Так, а здесь что, строение непонятное? Ага, они тут живут просто. Ну, в общем, вот так вот. Вот они. Вошинг. Что стираем сами. Всюду жизнь, как говорится. Так, ну что тут происходит? Я думаю, все понятно. Еще white people. То есть, если хотите идеального комфорта, вам не в Индию. В Индии женщины ходят в сари, поэтому они не следят за фигурой. И совсем недавно начался новый тренд. Женщины начали следить за фигурой, и огромное количество джимов открывается сейчас. Это какая-то лихорадка индийская. Thank you.
Так, солнце уже припекает. Свадьба, наверное, будет. Извини, дорогой. Ну вот, видите, аюрведа, массаж. Тоже один из экспириенсов, который надо попробовать. На каждой рикше сай баба. А это вход в школу, это школа. Вот, смотрим, как это все выглядит. А учитель такая на каблучках. Вот такие звуки.
вот сувенирные магазинчики. Ты, вот оно, кафе Тру-Йоги. Ага. Теперь буду знать, где оно находится. Сегодня сходим. Такое пафосное место, видите? Называется Сатья Сай Санкальп. Так, вот Foreign Exchange. Большие бананы. Мама, бандва? Ну вы видели это, да? Так, мне вслед раздаются проклятия. Пойдем, сходим к бас-стенду, к автовокзалу местному. No, sir, no. Есть автовокзал. Посмотрите на эти автобусы. Вы представляете, на таком автобусе ехать 4 часа до Бангалора. Как вам такое, Илон Маск? Как он вообще еще работает до сих пор? Потому что происходит, постоянно что-то происходит. Вот возле этой чайной постоянно идет движение. Видимо, здесь очень хороший чай. Какой-то бадам милк. Что такое бадам милк? Я думаю, что это молоко буйвола, я думаю, скорее всего. Что это случилось тут? Вот это зал ожидания местного автовокзала.
Bus stand. Тут прям же есть отель, отель Прошанти. Туалет. Да, вот видите, дворик небольшой. Тут его подметают. Ага, тут вода. Вода, вода, видимо, здесь берут чистую воду, видимо. Так. А вот билетные кассы. Ну, посмотрите на этот автобус. Что это, даже я не знаю, какого года. Ладно, в ближайшие дни поедем в Бангалор. Я вам расскажу об этом всем. Обязательно сниму. Так, здесь какие цены? Spirit Mazda. Так, Fanta 223, Coca-Cola 40. Маза 600 мл 45. Что это вообще такое, я ничего, честно говоря, не понимаю. Ну вот при таком автобусе на самом деле дороги здесь удивительно хорошие. Это, конечно, удивительно. А это полиция. Police Station Puttaparthi. Пока изучаем Puttaparthi. Не очень много вам могу рассказать. Ну, очень атмосферно. Очень забавные люди. Ага, вот здесь Канара или Синара банк. Вот здесь я планирую открыть аккаунт. Будет сказать? No, sir, no. Синара, наверное, правильно. Ну, вот здесь тоже какой-то большой отель. Чайнтайн Интернешнл. Тут все International, Imperial, короче, название, прям скажем, амбициозное, но чистенько, красивая комната, видимо. Вот такая триумфальная арка по-индийски. Вот такие надписи.
люби всех, служи всем. Так, ну это я даже не знаю, что это, что-то от ашрама, но что это такое, очень, очень впечатляет. А это школа или детский сад, или что-то такое. Видишь, какие очень красиво. Так, еще не все тут заведения открылись. Что это такое? Пока не знаю. Не знаю, будет ли тут видно все, так как солнце светит. Ну, тут что-то такое величественное. Вот, видите. А, вот написано Прашанти Нилаям Кампус. А, ну это... университет. Понятно. Университетский кампус, короче говоря. А это музей. Джоти музей. Так, к сожалению, сейчас закрыто и не видно. Но мы сходим со временем. Выглядит кампус. Так, я даже не знаю, что это. Ну, это no entry. Что-то school management, что-то тут связано, видимо, с этой школой. Но солнце начинает увеличивать активность. А вон Бабович. Да,
тобой очень интересуется свежими новостями. Не знаю, что это такое. Junior Boys Hostel. Вот так. Так, это что за шар? Сатья Сей. Спейс Театр. А, это обсерватория. Это обсерватория. Угу. Вот так вот. Начал торговать. Как он не слышал, казалось бы. Так, а как вам такой Илон Маск? Что это вообще? В синем платочке сидит, а сиводал. Сиводал — это служитель. Так, честно говоря, я думал, что вся эта инфраструктура значительно меньше. Оказывается, тут довольно серьезно все. Ну вот, white people гуляют босиком. Русская надпись. Внимание, русская надпись. Начинайте день с любовью, проводите день с любовью, заканчивайте день с любовью. Баба. Ну что ж, неплохо сказано. Правда, я читал английский вариант этот. Там типа вставайте рано, двигайтесь не очень типа быстро. Какая-то последняя максимум, я уже и забыл. Сайрам.
Видите, какие ребята. Так, ну тут что-то это корпорация не заканчивается. А, сеньор студент, старший студент. Ну это тоже общежитие. Нормально вообще. Гарвард, блин, Гарвард. Не, ну я никак не пойму. Это какой-то спортивный комплекс, видимо. Сайбаба был не чушь спорту. Так, наверное, разворачиваемся. Это никогда не закончится, видимо. Я понял. Короче говоря, тут надписи, высказывания Сайбабы на разных языках. Понятно. Сэр. Не, будем гулять. Будем гулять ножками. Вот он, красавец автобус. Комфортабл. Так, непонятно, что это за площадка. Тоже какой-то темпл. Со слониками.
меня, они уже узнают меня многие, но я их не узнаю. Вот буйная растительность. Ну, посмотрите, какой информированный Бабович. Он до сих пор сидит с газетой. Внимательно изучает. Красивое дерево. Мне машут, приветствуют, видимо, в ожидании донатов. Так, а здесь почему-то китайский вход. Ну, по-моему, это музей всех религий, насколько я знаю. Надо с кем-то сходить, будет тот, кто знает, как здесь все работает, куда идти, куда не идти, сколько стоит. Сообщество в Puttaparthi довольно активное, и, скажем так, для, в принципе, небольшого поселка или небольшого городка довольно серьезное. Я думаю, что тут речь идет, может быть, от 1000 или 2000 человек. А всего население Puttaparthi, напомню, 9000. Я вижу и белых людей, и, скорее всего, людей из бывшего СССР довольно много. Вот сейчас мы снова вернемся через ворота. Триумфальные. Да, ворота, конечно, впечатляют. Не знаю, передает ли это камера, я, конечно, практически уверен, что нет. Thank you.
и собаки. Очень умные взгляды. Как они тут, бедняжки, вегетарианцы-то, печеньками-то питаться. Гостиница называется Баба Хаят Лодж. Rooms available. Хаят, Карл Хаят. Почему-то. Так, что это? Это покоры здесь? Можно мне? Не знаю. И вот такой тоже. Вот. Где? Outside. How much? 7.50. 7.50? Взял покору. Это такой овощи, перец в этом самом, в кляре. В ресторане брал, очень вкусно. Не знаю, вот уличная, уличный вариант как. В ресторане стоил, кстати, 200. Здесь полтинчик. Это будет мой завтрак. Вот бас-стенд со стороны улицы. Police station, bystand. Ну и за всем приглядывает, конечно же, Сей-Баба.
просыпается. Сейчас мы пойдем по стороне ашрама и снимем эту главную улицу со стороны ашрама. Как все это выглядит. А вот ашрам. Тут несколько входов есть. Так, Сайрам Сторис. Так, что тут есть? С другой стороны улицы. Я все внутри ходил, а теперь с другой стороны надо посмотреть. Ага. Вот они меня все приветствуют. Что у нас тут есть еще? Вот сверху German Bakery. Это такое место, в которое тоже все ходят. Обязательно. Руфтоп такой. Обязательно туда сходим. Обязательно, я вам покажу. Так это оно выглядит. Ну, так вот водичку развозят. Пока не могу найти Хануман кафе. Где оно находится, для меня пока неведомо. Нашел True Yogi, Super Say Bazaar нашел, а вот где находится Хануман кафе, для меня неизвестно. Так. Проходим на лан. Слушайте, ну вот он сейчас меня будет атаковать, просто атаковать будет. Так, ну... Очень небольшие донаты я, конечно, уже сделал и буду делать, наверное. Но я не могу, к сожалению, делать это очень часто. Ашрам, вход в ашрам. Видите, какая нарядная рикша приглашает меня в поездку. Enjoy, говорит. Недалеко я живу. Заканчиваем первое видео о Путапарти. Честно говоря, я в легком шоке. Ну, продолжим.